этим летом, все мы знаем, огурец там доходил до 2 гривен, иногда даже дешевле, гривна стоила. Потому что перепроизводство в этом сегменте огурца. Не приехал скупщик, много вырастили, хорошие погодные условия для огурца. И мы вынуждены сдавать хороший, красивый огурец, в который мы вложили силы, деньги и средства, практически по цене, которая ниже точки рентабельности. Поэтому мы решили, что с этим тоже нужно что-то делать. И мы подумали, что мы будем прикладывать максимум усилий для создания нового сегмента. И выбрали для этого мы тоже тип огурца, называется огурец baby типа. То есть это огурец по величине такой же, как корнишон, 10-12 сантиметров, но он гладкий, он очень вкусный. И, кстати, генетически тоже более урожайный, чем огурец, чем корнишон, тип корнишон. Понятно, что это не будет за год, ни за два, ни за три. Люди должны привыкнуть, люди должны попробовать и так далее. Но я точно могу сказать, что в первом обороте мы посеем целый балаган этого гибрида. Мы соберем урожай, мы распространим его по всем перекупщикам, мы занесем в маркеты, мы начнем знакомить людей. И тогда мы посмотрим, понравился людям или не понравился. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семян. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.